Привет! Это канал I Like Pet. Я Таня. И я не случайно сейчас в резиновых перчатках. С помощью них можно легко убирать шерсть с одежды. В этом выпуске мы поговорим об этом и других лайфхаках, которые облегчат содержание мяукающих питомцев в доме. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Большинство мяукающих линяет, любит исследовать закрытые пространства, точить когти о мебель, если у них нет когтеточки, и использовать вещи хозяина по своему усмотрению. Содержание кошки в доме – это не только удовольствие, но и возможность прокачать свое терпение и смекалку. И чтобы уход за питомцем занимал как можно меньше времени и не приносил проблем, мы подготовили вам список лайфхаков, которые точно облегчат вам жизнь с кошкой в доме. Резиновые перчатки, с которых мы начали этот ролик, являются настоящим спасением для хозяев кошек, которые линяют. Влажные резиновые перчатки позволяют очень быстро собрать шерсть с одежды или мебели. Также их можно использовать, если у вас сломался фурминатор. Вы можете проводить влажными перчатками по шерсти животного, и лишняя шерсть кошки будет оставаться на них. Листья зеленого чая помогут избавиться от неприятного запаха кошачьего туалета. После каждой чистки лотка необходимо добавлять небольшое количество листьев к наполнителю. Они будут поглощать неприятный запах. Если ваша кошка мешает вам работать за компьютером и постоянно норовит занять его место, поставьте на рабочем столе рядом с ним коробку. Мяукающий друг увлечется интересным предметом и даст вам спокойно поработать. Если вам нужно помыть кошку, используйте для этого раковину, а не ванну. Так намылить и удержать мяукающего друга намного легче. Плюс кошка будет спокойнее, потому что расстояние от нее до вас будет не таким уж и большим. Если ваша кошка выбрала в качестве когтеточки ножки от вашей кровати или дивана, обмотайте их бельевой веревкой. И мебель сохраните, и кошка сможет поточить когти в месте, которое сама выбрала. Иногда такие необычные когтеточки из мебели становятся очень интересными дизайнерскими решениями. Ваша кошка любит забираться в шкаф и никак не может его покинуть? Оборудуйте для нее в нем специальное место. Постелите что-нибудь мягкое для своего питомца. Так и кошка место обретет, и вы убережете свои вещи на других полках от шерсти мяукающего друга. При содержании кошки важно находить компромиссы, чтобы и животному, и вам было комфортно. Используйте перечисленные лайфхаки, и пусть жизнь с кошкой в доме ассоциируется у вас не с проблемами, а с удовольствием. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!